Почти 15 миллионов рублей власти Ханты-Мансийского автономного округа выделят погорельцам из Нижневартовска, где произошел сильный пожар в жилой пятиэтажке. По предварительной информации, в доме проводился ремонт кровли. Вокруг здания стояли строительные леса. В какой-то момент сгорелась крыша, огонь быстро перекинулся на последний этаж. А затем на одном из балконов произошел хлопок. Погибших и пострадавших нет, но в целях безопасности. Жильцов 70-квартирного дома эвакуировали в пункт временного размещения. Его оборудовали в одной из местных школ. Площадь пожара составила 840 квадратных метров. К тушению пожара привлечены дополнительные силы. Всего привлечено 80 человек и 29 единиц техники. Из здания эвакуировано 66 человек. Предварительно пострадавших нет. Полностью справиться с огнем удалось только в районе полуночи. Региональные власти приняли решение о выплате единовременной материальной помощи семьям, чьи квартиры уничтожены полностью, выплатят по 300 тысяч рублей, а тем, чье имущество пострадало частично, по 150 тысяч.